«Зимнее чудо» под таким названием прошел конкурс среди учащихся воскресенских школ. Ольга Жирнова 5 лет посещает изо-студию. На конкурс нарисовала лесную опушку. Вообще люблю пейзаж рисовать больше, чем... Ну, все-таки живая природа, это все-таки то, что нас окружает, это интересно. Бывают затруднения, когда небо рисуешь. Почему-то это самое трудное. Особенно, когда рисуешь закат, нужно переход показать, чтобы, ну, все было красиво. Предварительно в каждой школе определяли лучшие работы по 3 номинациям. Зимний пейзаж, новогодняя фантазия, зимние забавы. И уже в районном конкурсе представители методического объединения учителей изобразительного искусства и 100 работ выбрали победителей по 4 возрастным группам. Рисунок ученика 2 класса Виктора Иншакова отвечал всем требованиям, предъявляемым к ребятам его возраста. Во 2 классе мы учим в первую очередь детей видеть окружающий мир, понимать, что такое 1-й план, что такое 2-й план, уметь заполнить весь лист красками. Чаще всего дети рисовали акварельными красками и гуашью, реже использовали восковые и пастельные мелки. Детям вообще свойственны соревнования, участие, конечно, большое желание победить, но, в принципе, это дальнейшее развитие творческих способностей ребят. Желающие могут познакомиться с выставкой «Зимнее чудо» в зале боевой и трудовой славы культурного центра усадьбы Кривякина. А 15 февраля, в день закрытия, состоится награждение лучших участников конкурса. Евгения Светлая, Сергей Емельянов, «Воскресенские вести».